Привет, друзья! С вами Олеся на канале «Готовим дома». Сегодня у меня для вас любимый рецепт праздничного салата с красной рыбкой. Салат очень вкусный, нежный и выглядит нарядно, а со стола всегда исчезает первым. Я назвала его «Принцесса». Приготовьте этот салат на Новый год, на день рождения и на любой другой праздник, и ваши гости всегда будут в восторге. Салат можно приготовить с запеченной красной рыбой или взять консервированного лосося. Стейк лосося ополаскиваю прохладной водой и обсушиваю. Рыбу солю и перчу с двух сторон. Можно сбрызнуть стейк оливковым маслом. Духовку разогреваю до температуры 180 градусов и запекаю рыбу примерно 15-20 минут до готовности. Долго в духовке не держу, стараюсь не пересушить рыбу. Снимаю кожу и удаляю косточки. А рыбное филе измельчаю вилкой. Если используете рыбные консервы, просто слейте жидкость, удалите крупные косточки и разомните рыбу вилкой. Итак, я подготовила все ингредиенты для салата. Это филе лосося, белки и желтки, натерла сыр, с кукурузы слила жидкость, мелко нарезала лук и немного позже натрем яблоко. Для салата буду использовать домашний майонез, ссылочку на майонез оставлю в описании под видео. На блюдо кладу красную рыбку. Если нужно, солю и перчу каждый слой салата по вкусу. Сверху на рыбу кладу мелко нарезанный лук, а следующим слоем тертые желтки. Немного солю и перчу. И покрываю майонезом. Тру яблоко. И сбрызгиваю соком лимона, чтобы не потемнело. Выкладываю яблоко следующим слоем и немного перчу. На яблоке кладу слой тертого сыра. И смазываю майонезом. Затем кукурузу. Покрываю салат тертыми яичными белками. Немного солю по вкусу и хорошо смазываю майонезом. Для украшения салата слабосоленую красную рыбу нарезаю тонкими ломтиками. Приготовь, поделись, подпишись. Украшаю салат ломтиками красной рыбы. И розочкой из лосося. А также при помощи кондитерского мешка отсаживаю розочки из сливочного сыра. Салат готов. Можно подавать на праздничный стол. По вкусу салат получается очень нежный и вкусный. Все слои замечательно сочетаются, вам точно понравится. Друзья, если вам понравился салат, поделитесь рецептом с друзьями. И пусть в каждом доме будет накрыт красивый праздничный стол. С наступающим Новым годом, дорогие мои! С вами была Олеся на канале «Готовим дома». Скоро увидимся!